Ой, а у нее все челюсти видите, когда она облизывается. Ну да. У нас тоже. Нет, не, ну я имею в виду, у нее и глаза, и уши, и нос. Надо же. И ногами. Она сейчас... Не там было никого из вас. И выяснили, что у нее... Больно инфекции у них много. На синтетику, которая входила в состав... Она стесняется есть. Я потому что снял сутик. Корочка про дезинфицирование. Да, внутри у них. Я же говорю, только это в стакане с водой. Подзинфицирование. А вовнутрь можно водочки налить с чесночком. Самое печальное, действительно, нам не позволить. Пугливый вы наш. Вешен вполне чем не лечится. А они до года могут быть носителями бешен. Это моя питая еще сколько там, 10 дней и всего. А эти год могут таскать. Причем как она может укусить, у нее зубы-то вот. Ей надо кушать и не пропустить.